В субботу в Муловке произошло ЧП. В результате перелива барда из-за консервированных лагун, которые не функционируют уже более 5 лет, произошла утечка отходов спиртового производства в открытый грунт. Барда попала в пруд «Красотка», находящийся на территории поселка. Всю субботу в Муловке работали эксперты и представители областного правительства. Улправда попросила прокомментировать ситуацию премьер-министра Александра Смекалина. Барда не попала в питьевой источник, что не нарушило систему водоснабжения самого рабочего поселка и жителей данного поселка. Данный поток не затронул газовый участок, который находился недалеко, и благодаря усилиям служб спасения, местной администрации, а также и, так скажем, служб самого предприятия, удалось перекрыть движение барды в непосредственно жилые дома, поэтому жилые дома не пострадали, никакие объекты инфраструктуры не пострадали. К сожалению, ущерб пруду «Красотка» все же был нанесен. Два остальных пруда, соединенных каскадом с «Красоткой», не пострадали. Загрязнение удалось локализовать и не дать ему распространиться. Сам факт того, что нам удалось локализовать данную угрозу, не допустить вытекания барды, попадания в другие источники воды, в том числе в реку Черемшан и дальнейшую в реку Волга, на самом деле, большая благодарность специалистам, всем, которые были задействованы. В настоящее время предстоит установить виновных в происшествии и предпринять меры экологической реабилитации пострадавшего пруда. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.